вже перейшов до сусідньої студії з чарівним та мужнім гостем. І вони вже готові розповісти, яка ж жінка змінила хід їхньої історії. Отож, Вітюню, вам слово. Дякую тобі, Інусе, за слово. Ну що ж, ми продовжуємо. І, як завжди, точніше, сьогодні у нас в цій святковій студії вже завітав гість Максим Брівда, віце-президент Федерації Міксфайт та директор Dance Gym Style. Вітаю тебе, Максиме. Дякую, що сьогодні завітав до нашої студії. Отож, сьогодні говоримо про жінок, які вплинули на хід історії України, світу, і, звичайно ж, вплинули на хід особистої історії. Хотілося б тебе запитати, хто для тебе є такими жінками, хто впливав на тебе, щоб ти став сьогодні таким, якого знають всі жителей міста Миколаєва? Ну, в першу чергу, звісно ж, це мама. Вот. У мене такий, скажімо, не зовсім легкий характер. Я благодарен дуже своїй сім'ї і, в першу чергу, їй, що вона завжди мене розуміє, підтримує. Тому що на сьогоднішній день как бы, жени ще нету, сестри нету. Вот. В першу чергу, мать. Ну і є в прошлом некоторые, мало, але є дівчатки, які в юному возрасті все-таки зіграли велику роль, где-то дали просто больше целеустремленности. Я сам по себе замечаю, что есть девушки, с которыми ты, конечно, больше уходишь в работу, больше чего достигаешь, и есть наоборот. Поэтому от женщины зависит, как по мне, очень много. Она может мужчину как поддержать и сделать, как бы помочь ему сделать свою карьеру, так может, в принципе, и наоборот. Поэтому женщина это большой-большой вклад несет в карьеру своего мужчины. Я считаю, что это большая поддержка для нас, как в одну, так и в другую сторону. Хотелось бы у тебя узнать, возможно, помнишь какие-то детские воспоминания, шалости, потому что я так понимаю, что был оторвыш просто в детстве. Ну, как все, оторвыш. Ну, можно сказать, и оторвыш по-разному. Воспоминания связаны с чем? Да, связанные с мамой, возможно, с мамой. Какие-то шалости, да. Ну, много воспоминаний. Наверное, одно из воспоминаний, как пошел в парадной одежде, или в школу, не помню, или уже куда-то. И пришел полностью, была грязь, играли, и пришел весь... Новые вещи, знаете, как раньше. Не так сейчас, пошел, купил сразу. Там раньше вещи собирались очень долго, там копились, целый праздник был. Ну и пришел домой, там, после лужи все рваное, там, все убитое. Ну, схватил рогаткой, с которой пришел, схватил этой рогаткой по шее. Вот, это помню хорошо. Вообще мама очень добрая, так что у меня конфликтной ситуации практически нет, и я... Там, как говорится, вообще ну, особо не наказывали. И если это мама в детстве пыталась сделать, у меня это всегда вызывало такую улыбку. И она всегда говорит, что ты не смеешься. Ну, вот, я всегда улыбался, смеялся, потому что мне не получалось это все сделать. Ну, поэтому так, ну, так моментов много, детство активное, ну, такое, помнится тут, как сейчас. Да, действительно, не зря в народе говорят, что действительно мама больше всех обманывает, потому что обещает наказать, но все-таки из-за любви это не получается. Получается у них, да. У папы еще в детстве как-то получалось, у мамы пыталась, но не получилось. Да. Знаешь, недавно вышла новая хорошая песня, а папа снимал ремень со штанов, лишь тогда, когда мама стирала штаны. Поэтому, знаешь, хорошие родители все-таки. Я думаю, что для того, чтобы вырос такой хороший человек, родители тоже играют немалую роль. Поэтому им огромное спасибо передаем. Ну что ж, и от тебя хотелось бы услышать несколько слов пожеланий всем жительницам нашего города, соседних городов, которые нас тоже смотрят, с 8 марта, который уже вот скоро будет. Ну, хотелось сказать, поздравить, во-первых, всех с наступающим женским праздником. Вот, сказать вам, женщины, огромное спасибо, что вы рядом, что вы нас всегда поддерживаете. Продолжайте в том же духе. Вам всегда улыбок, здоровья, потому что вы для нас это, ну, некое вдохновение. Вот, и хотелось сказать, попросить вас все-таки больше поддерживать, как говорится, больше выделять поддержки мужчины. Даже если у ваших мужчин что-то не получается, лучший метод их поддержать, сказать, что ты у меня самый хороший, самый лучший. Это будет намного больше эффективнее, чем там есть женщины, которые немножко иную политику выбирают. Поэтому будьте всегда, уважайте своих мужчин, поддерживайте их, и они вам заплатят тем же. Будьте всегда с улыбками на лицах. Еще раз с наступающим праздником. 8 марта вас. Спасибо большое тебе, Максим, за то, что сегодня пришел, поздравил всех женщин, которые смотрят нас с утра. А я нагадаю усім телеглядачам, что сегодня у нас в гостях был Максим Брівда.